Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим на реакцию Теи, как она будет вести себя у воды. Она первый раз в жизни будет находиться у открытого водоема. О, да пусть ты ее, она расслаблена, а то она может напугаться, когда натянута. Хорошо, Теечка, хорошо, девочка. Нет, просто он не боится надо. Потом купим ей это как жилет плавательный, да? Пока это отпустим поводочек. Молодец, ты нельзя. Иди сюда. Убирайся. В принципе, она на шейке, ты еще всегда ее вытянешь. Так для ног полезно. Не страшно, это юшка наша вообще. Она вообще ничего не боится. Она, кстати, она умеет плавать для нее, молодец. Ну, опять, долго-то она не сможет, наверное, плыть. Вот этот краб, наверное, сразу проявился. Ты на опуске. Меня опрызнула. Охладилась прям, зато хорошо. Молодец, да. Умничка, Теечка, умничка, не боишься ничего. Да, и на Мартика попала водичкой. И тут жарко, ничего страшного. Сюда можно будет потом летом приезжать, жилет ей купить, да? И ей бросать это. Какую-нибудь игрушку будет плавать. Так она поплывет нам за мной. Да, да, она вон уже, блин, молодец, плывет просто ни за кем это плывет. Теечка, понравилась водичка? Ты моя умничка, хорошо. Хорошо, девочка. Не боится ничего она. Убежала, людей увидела и бегом к ним. Да, ты, Юшка? Скажи, я люблю людей всех. Русалка маленькая. Русалка. Это бревно ей привлекает. Скажи, что-то интересное. Ты тут не лезь, тут вот держи. Иди сюда. Тут там просто ветки. Вон тут вот бережок, вот он спускайся. Во, тут можешь лазить. Там пусть играет. Ты на ветке не надо туда. Вам пусть я слайду. Ой, девчонка. Убегает. Маленький весельчак. Тенечка, кто веселая такая девчушка? Ты
Теечка, нравится водичка, да? Хорошая. Такие ветки. Тей, дай машину-то. Маска. Песок хороший, такой глубокий. Еще не валяться. Ну бери палку, бери. Ты. Да, надо бери ее. Маленький зайчик, зайчик маленький. Ты ее нравится? Песочку, да, Вера? Чумазюка. Ты, Юша, Теечка. Ты, я. Понравилось тебе? Девочка, водичка.